Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поедем в увлекательное путешествие на поющие пески. Лебяжский район, да, Лебяжский район. Едем мы, на фоне джип-тур стоит, все дела. Вы знаете этот бухазик, сейчас камеру перенесу, знаете. Олег за рулем, значит, у нас наша компания сегодня собралась с него клубом 43. Вот в Егорышевский район у нас здесь, значит, табличка Стелла стоит. Ксения у нас идет, это самое, грибы ходила, собирала. Значит, наша компания всего 3 человека, так сказать. И вот мы собрались. Посмотреть поющие пески, не знаю, доедем, не доедем. Едем дальше? Да, едем дальше, все хорошо, короче. Все четко, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Все будет очень интересно. Дорогие друзья, добрались мы до Советска, пообедали мы, очень вкусно. Вот, все едем далее, все у нас хорошо. Буханыч едет по плану, от плана не отстаем. Олег говорит, на пиво не налегайте. Поэтому мы пообедали, ложимся спать. Да, ложимся спать, но у нас из нас, час. Да, нас Валерий такие туристы. Сказал. Мы такие туристы, да, приехали поспать. Все дела, и это, поспим и домой поедем. Попили, поели, поспали. Да, самое главное. Так что вот, друзья, все, выезжаем, вон там пост ДПС бывший, там дорога на котел еще есть, кто знает. Все, вот кафешка на обочине, и вот здесь вот мы хавали, вот в этой синенькой. Все, едем потихоньку, заезжаем в город Советск. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Итак, товарищи, добрались мы до такого прекрасного, красивого места. Река Вятка, тут там деревня Толстолоби где-то. Мы на пути на поющие пески. Очень красиво, вот камера не увеличивает, но там прям такая стена. Лес прям стеной, видимо, там гора такая очень классная. Но река здесь прям живописное место, спуск очень крутой. То есть Буханыч вот так поставили в колею, он на передаче катится. То есть оставить, и он укатится, уедет. Такие вот дела. Очень красиво. Олег пошел на разведку. Вот так вот. Значит, будет у нас очень интересно. Сегодня очень живописно. Кто любит природу, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки обязательно. Этому видео стараемся, так сказать, для вас. И сами отдыхаем, Дрен Батон. Вообще классно. Вообще супер. Друзья мои, а тишина какая. Птички чирикают, кузнечики. Мухи летают. Эй! Вообще красота, вообще классно. Вот прям вот, я не знаю, камера, конечно, не передает эти все виды, все ощущения, но вот как-то так вот. Посмотрим спуск, если вот это дело будет после дождя, здесь будет тяжело подниматься, не вариант будет подняться будет. Итак, дорогие друзья, спускаемся мы здесь потихонечку. Включили первую передачу, понижаечку, спуск очень крутой. Так сказать, мухи у нас тут, оводы, мухи всякие налетели. Едем потихоньку, наслаждаемся видами. Все четко. Такие вот, друзья, дела. Друзья, это очень жесткий спуск. Я не знаю вам, как передать. Камера передаст вам, нет. Это жесть. Итак, товарищи, друзья, вот у нас крутой спуск, значит, посмотрели мы, Олег спустился вниз с Ксенией, вроде там народ туда ездит, может спуститься, даже на стоковых нивах спускается, но спуск очень крутой, камера не передает,
Сейчас я вам покажу тут. Примерно верно. Вон Ксения стоит. Вот такой очень крутой спуск. Так, первый канал. Олег, в канале принимаешь меня, нет? Проверка связи, Олег. Вот попросил человека рацию включить, он не включил. Алло, алло, Олег, привет, в канале, нет? Олег, Олег. Давай, поехали потихоньку. Так, если что, мне надо пути отхода смотреть, потому что тут очень круто. Очень круто, очень круто. Да не, фигня тут спуститься так-то. Вот подождю, да, тут когда сыро. Я помню, к Вятке не на таком бугре мы спускались. И тут интересная канава. Будет такое вот место. Красавчик! Молодец! Хуч-хуч-хуч! Так, идем потихонечку. Вообще прям носки сами идут с горы. А там дальше нас будет ждать крутой подъем. Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично, как у вас? Там все говорят, жилая деревня, да? Да, там жилая деревня, очень коммуникабельные люди, они ездят на мотоциклах. Я слушал, квадрик заводился, да. И сейчас я поеду на квадрик. О, вот нифига. Нифига. Посмотрим, кто кого. Че, серьезно, на квадрике поедешь? С кем там договорилась? Да. Он нас проводит прямо до песков. Он проводит нас до... не прямо до песков. Там есть какая-то... штука, он тебе расскажет больше меня. Да. Да. Какой-то ручеек тут у нас, да? Ручеек. Троит, троит, жестко троит. О, ручей какой. Ручеек, ручеек, ручей. Посмотрите, друзья, какая чистая вода. Чистейшая прямо. Офигенно. Теплая? Да, водичка тут реально классная вообще. Сейчас, друзья, нас ждет подъем. Подъем, вот там крутая гора будет. Очень крутая гора. Тут у нас везде блогеры. Да. Вода очень чистая. Мне кажется, питьевая. Можно пить прямо из этой лужи. Очень чистая прям бежит. Холодненькая такая, приятная водичка. Не, так и тут лайт вроде гора-то. Блин, места тут прикольные. Так, это же уж. Уж. Наверное. Или не уж. Ну что, панически боюсь змей. Наблюдаем мы деревушку. Нива стоит на кордах. Телефон. Бывший. Телефона нет. Хаски, привет! Привет, друзья! Вы что, это самое? Вы проводите нас, да? Здорово! Привет! Как у вас дела? Хорошо. Хорошо? Понятно. Сейчас в какую сторону? Туда едем, да? Ага. Ну, сколько что дорогу покажете, да? Спасибо. Туристов, там... туристов много сюда ходит? Бывают, да? Где-то бывают, да? Там еще, говорят, поверху какая-то другая дорога была. Без этих косогоров. Да? То есть обратно можно по другой дороге вернуться, да? Без этих гор. Нет, там даже хуже. А, хуже, да? Если обратно, там можно тоже приехать, но там хуже. Да? Хуже, чем горы или грязь. Грязь? Грязь. А там сейчас сыро, да? Может быть, да. Угу. Ну что, поедем? Мы сейчас за тобой потихоньку. Мы быстро не сможем, как вы. Туда? Блин, речка классная.
Вообще природа тут. Да? Классная природа, да? Рыба. Да. А рыба есть? Рыбку ловите, да? Понятно. Молодцы. Молодцы. Вот тут люди отдыхают. Видишь этот костерок, все дела. Речка. Так, а едем-то мы сейчас... Нам сейчас куда ехать-то? На пески. Да. Туда дальше, да? Там, где церковь еще есть. Это по какой дороге туда? Обратно ехать? Да, обратно. Там надо девушку нашу. Ага. Ага. Понятно. Марья тут. Что, поедем потихоньку, да? Итак, друзья, мы продолжаем свой путь. Осталось нам 5 километров. Едем потихоньку. Природа очень красивая. Связи нет, тайга. Все, как мы любим. Так я его вырубил. Бля, крапивой все ноги обжег. Все, там лайтуха, едем далее. Итак, друзья, последние километры остались, но мы не знаем, куда ехать. Тут вроде бы все рядом. Но какой-то бурелом. Пошел лес буреломный. Тут он что-то сыро. Походу вообще никто не ездит. Короче, как-то вот так вот. Оводы летают бешеные, большие. Жесть. Откроем навигацию. Ой, комары залетали в лесу. Дикие комары. Тут небольшие лужицы. Так, и навигация нам говорит. Что нам она говорит? Совсем мы рядом. Короче, через лес, я что-то думаю, это не вариант, потому что тут как-то не накатано, и совсем в другую сторону ведет дорога. Даже не знаю. Я в этих картах там туда-сюда не очень разбираюсь в местности. Так примерно верно. Блин, мухи какие дикие летают вообще. Бешеные. Ну чё, Олег? Никто не ездил. Тут никто не ездил. Похоже, что кто-то ездил. Нет. Тут никто не ездил. Итак, друзья. Поваленные деревья, сухие. Вон тут дерево сломало, сгнило. Тут дерево лежит, причем оно здоровое. И нам ехать надо прям туда. Куда? Ну, по этой дорожке, по ходу дела. Пойдем посмотрим, что там дальше. Растет лесная земляника. Такая красивая. Прям вообще. Медведи, значит, ходят. Ветки очень сухие. Дерево лежит давно. Походу тут кроме нас сюда на машинах-то никто и не ездит. Так. Ладно, я понял. Еще была же дорожка там. Видел? Вдоль леса-то шла. Может там? Ну хотя ты тут тоже катался, видишь? Проходил на чем-то, может на квадрике. И дальше все нормально. И дальше там уже походу... Блин, какая земляника вкусная. Я ягодку купил. Кажется, надо было в лесу. Итак, он пилил. Так он пилил, да. Вот тут вот из леса, походу, мы должны тут выбраться где-то. Блин, сколько тут земляники. Офигеть, прям по ней идем. Давайте еще ягодку с вами, друзья. Отведаем. Красота.
вкуснотища. Прям вкус из детства. Телефон у меня в этом, там в машине. Да что, оно есть по-любому. Бля, еще одно дерево, слышишь? Еще одно дерево. Птицы убежали. Еще, блин, никто не ездит вообще. Мы, походу, не той дорогой поехали, надо было там. Верхней дорогой поехать. Ты там, помнишь, выходила в левые? Ну. Не, здесь мы напилимся, мы с ума сойдем тут. Или что? А, туда-то? Ну так-то, что тут пропилить-то фигня? Или вдоль леса все-таки. Или вдоль леса все-таки. Короче, возвращаемся, смотрим карту. И это самое. И принимаем верное решение. Ай, крапива. Ну, парень-то говорил, что типа он пилил, значит, он одно дерево пилил, правильно, да? Видно же, свежий спил. Итак, дорогие друзья, пропиливаем дорогу. Там дальше нас еще ждет одно бревно. Олег пилит сегодня за лесоруба он, за водителя и все дела. Это капец, товарищи, мы пропилили там вот эти два дерева, которые вы видели. Тут еще раз, два. Это жесть. И там еще третья береза лежит. Прикинь, с корнями как выдирало их. Тут деревья падают. Дай боже. Вон как корень вырвало. Офигеть. Да, делам. Короче, друзья, мы уже тут второй час. Пила у нас застряла. Первый раз мы достали, сейчас не можем достать. Над пиву сделали, там вроде можно дальше объехать. Комары, вот видите, сколько тут их летает. Это жесть. Устали как собаки. Короче, будем сейчас пробовать пилу доставать. Не знаю, осталось 3 километра, но мы не можем проехать никак. Все, вот стоим тут. Все, оставайтесь с нами. Все, Олег, давай, работаем. Погнали. Решили УАЗиком дернуть дерево. Так, друзья, перекинули веревку. Опа! Все, четко. Все получилось. Пила. Пила на месте. Осталось немножко допилить и едем далее. Олег, красавчик. Трактор, трелевочник, поехали. Бревно оттаскиваем. Силушек наших уже нету. Дорогу чистим себе. Так сказать. А может еще и хуже даже делаем. А может и чистим. Олег, хорош! Хорош! Итак, друзья, пропилили мы тут дорогу. Пила тупая. Надо точить. Короче, вообще жесть. Буханыч поехал на пилу убирать. Иду дальше. Как он там едет, смотрите. А я пойду вперед. Олег тут ходил на разведку. Говорит, где-то объездные пути есть. Не знаю. Сейчас посмотрим. Что-то надо было пилу-то закинуть. Я ее пешком тащу. Олег, стой! Вот так вот ядрен батон. Остался в лесу. Они думают, что я в салоне сижу, как председатель. И забыли про волка. Я иду с пивой. Все. До свидания, джип-тур. Здравствуй, волк, лес.
Так, надо догонять. Дыхание. Устали. Опасно тут очень. Вообще жесть. Я там не пойду. Вся она шевелится. Может по тыковке дать. Очень легко. Да, Олег, вы меня не забыли? Так что, друзья, когда идете по лесу, смотрите вот такие места. Лучше обойти стороной, чтобы не получить по тыкве. Тайга тут вообще финиш. Места дикие. Связи давно нет. До деревень далеко. Все, устал. О, можно водички полить? Подожди, камеру выкупим. Давай, поливай прям так. О, вообще по кайфу, слышишь? Все, хорош. Вообще, во, пацаны. О, мы так устали. Если бы не пила, если помощнее, ну, получше была бы цепочка, да? На, цепь точить или новую покупать. Нормальную, купить цепочку. Все будет четко. Так. Все. Вырубаем шарманку. Так, друзья. 2,1 километра нам ехать. Мы красавцы. 2 километра осталось. Показывает 1:25 езды. Итак, друзья, мы прорубились сквозь лес, но там еще дорога есть нормальная. Посмотрите сюда, здесь есть тропа, и вот церковь старинная, 16 век. Здесь деревня Атары. Атары. Вот какие-то колонны сломанные видим. И видим храм. Так, в храме темно, нужны фонари. Нам нужен свет. Итак, друзья, свет раздобыли, мы заходим в храм. Видим на стенах такие стесы. Это о чем говорит? Здесь держали скота, скорее всего. А вверху тоже скот? А может быть, нет, значит, разрушали. Нет, а, не может быть тут скота. Вот смотри, проход какой. Прикинь, сюда можно подняться. Идем. На колокольню, что ли? Идем. Ступеньки. Так. Так. Сейчас, секунду. Видно? Да, видно. Так. Здесь какой-то купол. Не купол. Видно тебе, нет? Смотрите, какой. И здесь выход у нас на улицу. И здесь еще один. Храм стоит. Давайте поднимемся, посмотрим туда, друзья. Так, уходим отсюда. Я понимаю, что это крыша храма. Товарищи, вот это все, это крыша храма. Здесь лучше не это, ну, провалиться можно, я так думаю. Ну, да. Посмотри, кровля лежит. Я хотел до туда дойти. Это, видимо, крыша храма. И здесь можно вниз уйти очень аккуратно. Высота есть. И вот, вот там вот тоже здание, да, церкви. Там тоже здание. Это крыша, смотри, Олег, выйди, посмотри. Ну, только туда не ступай. И тут лучше тоже на серединку не ступайте. Опасно. Можно здесь и спуститься также. Нет, а через тот идти. Мы же там не были. Вон крыша, видишь, какая? Я не пойду туда. Тебе там страшно? Да, страшно, иди с фонарем. Там страшно-то, потому что темно. Смотри, мирный этот, Марина, лебяжьи были. Давайте наверх, друзья, посмотрим. А-а-а! Глухо так, да? Тебе не кажется, что это была колокольня? Конечно. Не сели колокола, да? Если да, поднимали, если мне не звонить. Наверное, да. Так, что, пустишь, да? Да, давай. Сюда лучше не наступайте, друзья. Так, спускаемся вниз очень аккуратно. Подожди меня, я сейчас подойду. Слышишь, тут так-то... По тем? Тут очень-очень опасно. Давай-ка лучше по тем.
Возьмите фонарик, кто-нибудь надо? Да, Олегу дай. Олег, держи фонарь. Короче, главное, не упадите, друзья мои. Соблюдайте технику безопасности. Ну, очень интересно, согласны? Невероятно. Вот это путешествие. Так, друзья, вот смотрите, вот все фрески стерты вообще, и вот там надпись осталась одна, вот. И вот этот самый купол сам. Там деревянные доски на такой железной, короче, по башке, если как-то все это может упасть, можно получить очень легко. Здесь, значит, у нас сам алтарь, похоже, сделан из дерева, да, деревянное все. Как-то вот так вот. Небольшая церковь. Здесь, значит, село было Атары, вот это все Атары село. И у них была вот эта церковь. Так, пойдемте выйдем во двор, посмотрим, что тут. Какие старинные ворота сохранились еще. Все открывается. Скрипят. Вообще, давай-ка, Олег, я тебя здесь фоткаю сейчас. Друзья, это стоило того, вот этот, ну, лес там рубили, мы сейчас все устали. Я люблю такие очень места, вообще. Как бы вот так вот. Снаружи она выглядит вот так вот. Тополь. Вот здесь все деревня стояла вот так вот. Здесь можно с металлоискателем походить, покопать. Но сейчас видишь, трава непроходимая. Лодка где-то идет. Рыбнадзор, похоже. Вот такие дела, друзья. Это видео заслуживает ваших лайков. Ставьте лайки, друзья. Ну что, пойдем на выход? Да. Там рама. Деревянная, похоже. Тут вот что-то тоже было. Вот этот зал, видимо, как, ну, сюда приходили прихожане. Правильно, я думаю? Так, тут темно. На потолке. Вот мы там были, по крыше ходили. И вот, друзья, второй заход наверх. Тоже. Такие же ступеньки. Здесь можно подняться, но тут покруче. Покруче ступеньки. Вот, друзья, выходим мы из церкви. Ксения там где-то у нас еще потерялась. Ксения, догоняйте! Джип-тур. С нами джип-тур. 222-000. Звоните, заказывайте. Но мы сейчас поедем далее. Нам осталось совсем чуть-чуть до поющих песков. Итак, дорогие друзья, мы добрались до поющих песков. Вот они здесь. Вот тут на машинах видно накатано. Люди катались. Там вот лагерь стоит. Я не знаю, что тут поет, не поет. Ну давайте с вами посмотрим вместе. Вот мы. Ничего тут не поет. Надо, значит, дальше идти. А вот направо следы. Вон там парень ходит, слышишь? Офигеть! Даже в таких джунглях есть народ. Друзья мои, какая красота! Пойдемте посмотрим. Бежит какой-то ручей. Прямо в реку. Ключ бьет. Ключ. Вода питьевая, целебная. Вот. Я, наверное, пожалуй, умоюсь. Голову умою сейчас. Лицо в этом ключе, товарищи. О, холодненько. Вообще, во! Да. Кайф! Вообще, ледяная вода!
можно воспользоваться моментом и охладить Жигули барные. Сделать его холодненьким. Друзья, вообще классный ручей. Вон оттуда из леса он бьет. Вон там вот сама река, а это все пляж. Это вот как бы ручей вот подтопил немного. Такие дела. Джип-тур едет вниз, спускается. Красота. Итак, друзья, все-таки мы поняли, как свистит песок. Смотрите, ноги поглубже. Так, по тишину ловим и... Давайте поглубже рукой. Смотрите. Офигенно. Мы это сделали, Олег. Ура! Блин, такой у тебя фон крутой, слышишь, на, в кадре. Реально, вот, вот вообще четкий. Блин, друзья, послушайте, я вот такое первый раз вижу в жизни. Итак, друзья, вот тут место нашли классно, прямо свистит. Вообще не передать. Слушайте, смотрите. Заход делаем. О, кайф. Ой, я снимаю. Кайф вообще. Итак, дорогие друзья, дорогие подписчики, мы решили здесь заночевать. Сделали вкусный шашлычок. Прекрасный, горячий. И свиной лопаточки, да, шашлычок у нас. Костер горит. Свет тут у нас. Бензогенератор там далеко в кустах, 40 метров. Тут у нас светомузыка. Музыку мы выключили, чтобы наше видео на нас никто не ругался. Типа Ютуба. Смотрим шум. Там вот Невасик встал. Пиво наше забирает, наверное, нет? Этот открыл багажник, слышишь? Вот, такие дела. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Угу, да, вот, все, давайте. Сейчас, наверное, уже буду до утра, не будем включаться. Так что увидимся с вами, друзья, утром. Все. Так, так. Нормально все будет видно. Блин, хреново так. Ну давай, нормально, 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 нормально. Без правил. Да так, вы такие черно-белые, слышишь? Вот, друзья, такая у нас вечеринка проходит, ядрен батон. Да, да, вот такая вечериночка у нас идет. Олег, ну-ка включи, дай свету еще. Так что вот, друзья, заказывайте джип-тур и будете так же танцевать. Ха-ха. На диком пляже ядрен батон. Надо от слова ядрен батон избавляться. Все. Ну а мы продолжаем дальше отдыхать. Итак, друзья, товарищи, у нас на этом, на поющих песках пошли латиноамериканские танцы, все дела. Народ пляшет, все клево, все классно. Вечеринка под открытым небом проходит. Лето, тепло, все классно. Так, у нас вечеринка проходит, уже переросла вот на джип-тур. Короче, на джип-тур народ забрался, все дела, все четко. Все у них это зае. Зае.
Так, опа. Блядь. Опа. Я вижу. Так, девчонки. Оп. Музло пошло. Все четко. Как вам-то, нормально, нет? Берегите ноги. Главное, не падайте. Доброе утро, дорогие друзья. У нас наступило утро. Я тут немножко подприбрался. Пришли к нам гости. Гости. Доброе утро. Это Настя. Они у нас вчера в гостях были. Танцевали вчера. Да, лиц не видно было вчера. Вот, а сегодня у них вот там вот лагерь стоит. Они лягушки-путешественницы, путешествуют везде, 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 везде. В основном пешком по берегу. Да, пешком по берегу. Это самое, цапель там, цапли. Цапли были не сегодня. Не сегодня, цапель видела, сплав на байдарках. Короче, компания у них достойная внимания. Мы вас заберем обратно, чтобы вы пешком не шли. Сколько у вас человек-то? 6. Так, 6, 7, 8. Нифига, у нас бригада будет, 9 человек. Ладно, разберемся. Итак, друзья, у нас утренняя прогулка с дюктуром. С дюктуром утренняя прогулка. Олег у нас спит, и мы решили дойти вот до реки Вятки. Сейчас я вам покажу, какой тут прекрасный вид вообще. Вот там гора, как она называется, не помню. Вообще классно. Река Вятка такая вот. Вятка тут совсем другая, не как в городе. Я с собой взял спиннинг. Сейчас с вами покидаем. Но я думаю, ничего мы не поймаем. Вода теплая, кстати. Вот такой вид. Тут кто-то отдыхает. Рыбаки, похоже. Делаю вам. Посмотрите повнимательнее. Тишина. Птички чирикают. Течение. Прямо вода не шелохнется. Ни ветерка. Красота. Неописуемая. На том берегу вот лодки тоже стоят. Костер горит. Кто-то отдыхает. Итак, товарищи, друзья, поймала сегодня первую рыбку. Вот такую щучку. Вообще, шнурок такой масенький. Маленький, зацепился. Я думаю, мы его отпустим, да? Да. Пойдем? Пойдем. Так, надо это. Я короче, рыбу живую боюсь. Честно, рыбак такой. Я даже не знаю, как ее брать в руки. Так, сейчас мы. Подожди. Стоять. Сейчас мы тебя отпустим. Тихо, 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 тихо. Блядь. Плыви. Подкинь ее туда. Плыви, щучка, плыви. Опа. Ушла. Ушла, ушла, вон она. Вон плывет. Офигеть! Подключилась? А, нормально снимает. Вон, друзья, щучка. Вон такая, да? Стоит вон. Я что-то, слышишь, коленями стал прямо в воду. Она... Вон, вон, вон она, смотри. Она в шоке, наверное. Так ей больно, наверное. Вот, друзья, щука. Оклемается, наверное, я думаю, нормально. Видишь, тут мелко, она этот ищет, куда ей плыть. Во, все, все. Ну, как бы глубже и увереннее пошла. Все. Короче, друзья, первая моя рыбка. Маленькая, да. Офигеть. Итак, дорогие друзья, у нас этот, у кого-то завтрак, у кого-то обед. Мы тут, да, приятного всем аппетита. Вот мы тут дошиком питаемся. Чаек скипятили. На костре костер у нас догорает. И надо в путь дорогу собираться. Такие, друзья, дела. Так что вот. Всем приятного аппетита. Итак, товарищи, мы наблюдаем уставших туристов. Уставших. Едем мы, короче, всей бригадой. Всей бригадой шмоток у нас. Я не знаю, это финиш. Председатель колхоза ехал один, а получилась толпа. Вот так вот. Не знаю, как-нибудь видим. Церковь посетим еще, да? Да. Ну все, мы собрались. Вроде бы все взяли. Мусор прибрали. Все четко. Все нормально. Так.
Ну все, спасибо, берег, за отдых. Все было классно, спасибо за рыбку, за щуку. Все было очень здорово. Рыбалка вообще класс. Итак, друзья, едем домой, добрались до церкви, до этой. Тут, вот, смотрю, какая-то тропа в лес идет, куда-то уходит. Ого, нифига, что я тут нашел. Какие ямы. И вот это, смотрите, какие колонны. Что это такое? Каменное. Что-то каменное. Лес поваленный, вон там тоже. Какие-нибудь гробницы, может быть. Да, похоже. Старинное кладбище какое-то. Да, крест, смотрите. Вот так вот. Вот. Смотрите, крест. Как гроб каменный. Итак, друзья, наша компания немного увеличилась. Мы едем все на Бухазике. Народ у нас 9 человек в машине и шмоток очень много. Бензогенераторы, пилы и все такое. Вот. Едем, немножко тут блудимся по лесам, по полям. Олег едет, все нормально, на уверенном ходу. Сейчас сразу протрезвеется. Все похмелье выйдет, все четко. Как у вас настроение, дела? Тут, друзья, отлично? Отлично, все классно, все, молодцы. Едем далее. Так, друзья, мы высадили народ. И сейчас потихонечку будем спускаться с крутого спуска. И будет крутой подъем. Аккуратненько. Сейчас все сделаем. Вот такой крутой спуск. Очень. Ай, крапивка жалит, крапивка. Так, друзья, тяжелый и опасный подъем. Отсюда. Газу, 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 газу. Давай. Вообще жесть. Вот. Это экстрим, да? Это экстрим. Вообще. Нормально прошли. Офигеть. Так, друзья. Провод у нас летел. На трех цилиндрах ехали со свечи. В гору поднялись на трех цилиндрах. Вот, okay. Все исправили, так сказать. Народ у нас тут это питается лесными, это самого. О, земляничка. Спасибо. Кушайте. Земляничка лесная. Итак, друзья, товарищи, у нас пропал задний мост. Мы включили передок, и у нас выкатилась полуось вместе с барабаном. Совсем. Вот наши туристы едут на Логане. Туристы. Нам нужен эвакуатор. Я, короче, сейчас кое-что тут поддомкратил. Но надо домкратить еще. И запихивать туда колесо. Машину чуть-чуть убрать с дороги и что-то надо делать. Ладно, работаем далее. Все было классно. Спасибо вам огромное. Вот, церковь посмотрели. Это, посидели. Танцульки были. Вот. Кормов покормили. Щуку половил я сегодня. Щучку. Да, отзывы вообще классные, так что это... Место зашибись, вообще пески поют. Поют, да. И вот проверили. Да, спасибо вам за помощь, это хорошая, самое, легкая. За домкрат. Надо немножко подумать, как бы мы добирались без вас. Ну, тяжело, тяжело обратно зайти, понятно, что... Вот. Как бы это... Зато вот... Зато тут время, видишь, потеряли, как бы, ну что делать. Ладно, все, давайте. Спасибо вам огромное. Все. Да, до свидания. Подписывайтесь на канал. Хорошо вам съездить в Казань. Все, давайте тоже поезжайте. Спасибо вам огромное. Давайте, друзья, поехали. Поехали. Все, давайте счастливо. Пока-пока.
Все, давайте, пока-пока. Вообще, ребята, классная, да? Друзья, где вы? Где все? Вот они все. Там, вообще... Смотри, как сейчас вода бежит. Так, вода в колесе. Это она наверху была, да? Ну, наверху была, вон вода вот тут бежит, да, водичка. Это самое. Вообще, ребята, классная, да? Угу. Согласитесь? Красиво. Вообще такие веселые. А Настя такая веселая, такая все улыбается всегда. Никогда не отчаивается, да, что бы ни случилось. И наши, они так помогли, так потусовались ведь, да? Мы их долго, правда, держали, надо было сразу отпускать, колесо поставили. А мы не держали, поняли, да? Сами? Ну, они тут поели, вроде, все дела, и этот, короче, ну, молодцы вообще. Они как-то тоже, да, запереживали за нас. Ну, так знаешь, да-да-да, запереживали, так, ну, вообще классные ребята. Спасибо вам, респект, спасибо, вообще, вы крутые. Во, от волка лайк вам. Вот. Ну, а мы ждем эвакуатор. От всего джип-тура. Да, от всего джип-тура. Так, товарищи, пока мы ждем эвакуатор, у нас тут варится суп. Две банки тушенки, там лучок, картошечка. Ну, все такое очень вкусно. Олег у нас кашевар, главный по супам. Вот, делает суп такой очень вкусный. Костерок разожгли, стоим, ждем эвакуацию. Воды у нас практически нет. Как-то вот так. Такая картина. Картина маслом. Если бы это был бы день километров 50 от города, но мы очень далеко. Так что вот. Итак, друзья, Олег сварил нам вкуснейший суп. Наваристый бульон такой. Вообще классно. Сейчас мы поужинаем, да? Вот у нас тут стол, и сиденье превратился в стол. Поужинаем и это, заведем бензогенератор и устроим дискотеку. Да. Ну, а бензин у меня есть. И будет у нас автопати тут, вечеринка до утра. Нет, не до утра, надеюсь. А тарелочки вот у меня чистая была, одна еще чистая, все тарелки грязные. И у Олега самая большая тарелка. Тарелка-котелок. Вот он из такого котелка будет ужинать. Так что, Олег, приятного аппетита. Давай покажи подписчикам, как ты это делаешь. Нет, не показывай. Не показывай, да? Стесняешься? Конечно. Ладно, не буду. Не для всех. Это не для всех, да. Итак, товарищи, едет к нам эвакуатор. Так, у нас рокировка произошла. Колесо надо не забыть. Ну все, друзья, мы выехали, едем потихоньку. Сейчас надо найти место для разворота. Посмотрите вниз, какая высота. Вот был бы такой высокий джип-тур, мы бы офигели на кочках поворотов. Вот как-то так привязали, хорошо. Что там спереди? Все, дорога идет, да, мы там не были. Наши друзья-туристы там спереди были. Мы не знаем, что там. Если бы мы знали, что это там. Так, друзья, мы разворачиваемся. Нашли перекресточек. Пытаемся развернуться. Опасно очень. Очень опасно. Прямо на бок Буханыча. Прикинь, такая вот высота, да, был бы такой лифт.
Вылы вообще страшно ездить. Я охуел, блядь. Какая высота, ну. Наполе это страшно. Наполе страшно спускаться, да. Там что, яма, канава, смотри, тут под окном нету у тебя ничего? Как же ему тяжело, жесть. Все, все, друзья, мы на дороге, едем домой. Но это было волнительно, да?